Всем привет! В этом ролике вы увидите полное тестирование этой каменной печи с хлебной камерой. Саму печь построил московский печник Андрей Сковородин по моему индивидуальному проекту. Ролик получился очень длинным, так как состоит из непрерывной записи тепловизором характеристик печи на протяжении почти 7 часов топки. Для вашего удобства я ускорил основные части видео и в целом все основные расчеты и выводы покажу в самом начале ролика. Также я поставлю тайм-коды. Если вы печник, обязательно досмотрите это видео до конца, поставьте лайк и порекомендуйте этот ролик вашим коллегам и заказчикам, так как это видео окажет максимальную пользу вашей профессии печника. Заказчики будут заранее понимать, что такое кирпичная каменная печь, как быстро она нагревается и какой у нее КПД, для каких помещений она больше подходит, насколько удобно в ней готовить еду и многое другое, что их интересует, и то, что вы как опытный печник должны знать и объяснять им в идеале не примерно, а достаточно точно в градусах, процентах и минутах, еще на этапе согласования проекта печи, а не тогда, когда печь уже будет построена, и заказчик будет вам говорить, что ожидал и рассчитывал на что-то другое. Переходим к основным расчетам. В этой таблице я записал температуру в топливнике и на выходе в трубу, зафиксированную с помощью термопар в разные отрезки времени, после чего с помощью вот такой формулы сделал расчет КПД, использование энергии, полученной от сгорания дров, массивом печи. Вот эти две цифры в желтых квадратах я поставил примерными, так как одна из моих термопар в топливнике провалилась в отверстие колосника примерно спустя 1 час топки, но на общий расчет это повлияло не сильно. Как видно из таблицы горения сухих дров, общая масса около 20 кг, горели достаточно активно со средней температурой около 1000 градусов уже спустя 30 минут топки. При этом в трубе температура не поднималась выше 127 градусов. Средний КПД составил 88%, что достаточно хорошо, учитывая, что температура дыма на выходе из трубы в районе головки доходила до 100 градусов, что можно считать идеальным для этой печи, так как при дальнейшем повышении КПД начнутся проблемы с конденсатом в трубе, а при большем объеме дров, например 25 или 30 кг, средний КПД будет постепенно уменьшаться. Чтобы у вас не возникло подозрений, что это все сам придумал, вы можете это все увидеть сами, посмотрев этот ролик целиком, где в режиме непрерывной съемки снимали все эти показатели, которые в принципе невозможно было подделать. На этой диаграмме я записал изменение температуры на правой стороне печи. Саму печь до этого топили несколько дней назад, и она была не полностью остывшей. Начальная температура была 32 градуса, и до максимальной температуры в 66 градусов она нагрелась за 5 часов и в дальнейшем никак не менялась на протяжении нескольких часов. До значительной температуры в 50 градусов печь нагрелась спустя 260 минут топки. При этом основные задвижки были закрыты спустя 243 минуты с начала топки, и на этот момент температура была 47 градусов. В целом было истоплено 20 кг сухих березовых дров, что достаточно для отопления помещений до 70 метров при одной топке в день и двукратной топке при сильных морозах. Для тех, кому интересно, как в этой печи была приготовлена курица и пицца, а также посмотреть на состояние печи и швов при сильном нагреве, посмотреть на замеры температур в режиме реального времени, я рекомендую досмотреть этот ролик до конца. Также, если вас интересует 3D проект с точной сметой и обучающим роликом складка этой печи, вы можете написать мне ВКонтакте или Вайбере. Спасибо всем тем, кто поставил лайк и комментарий под роликом. Это помогает записывать такие технически сложные и полезные тесты. Подпишитесь на этот канал, дальше будет только интереснее.